Одну утку нашли, а вторую как сквозь землю провалилась. Какая-то мистика. Тут теряться-то ей негде. Искали, с чего искали, и ничего не нашли. Я уже ее на поводок взял, потому что невозможно. Все, пошли, чего. Друзья, всем привет. Я снова на охоту выбрался. Пару раз ездил, что-то как-то безрезультатно. А сейчас вот ехал по дороге прям. Утки сидели. Недалеко увидел, как садятся, подъехал. Увидел, что садятся две, подъехал, а там их оказалось четыре. Я три патрона зарядил, думаю, как раз хватит, чтобы застрелить. Две штуки, три патрона. А оказалось, что там их четыре. Ну, ничего страшного. Ну, мистика какая-то. Одну не нашел, вроде и упала прямо на чистую травку невысокую, но не нашел. Подняла ты утку. Чего раньше времени? Это тут на какую-то канаву сели утки. Я там их с озерца согнал. На машине проезжала. Они поднялись и перелетели где-то на одну из этих канав. Только мне за кукурузой не видно было, где именно сели. Ну, сейчас я прогуляюсь, посмотрю, где, скорее всего, они сели. Я думаю, что либо на этой канаве. Что, навряд ли какая-то насильно заросшая. Либо вот тут по полю идет канава. Сейчас прогуляемся, посмотрим. Какой гриб? Вот это гриб. Чего, смотри, какой гриб. Белый. Чего, где утки? А? Вот это я дал, конечно. Как их теперь все.